Макс, ты знаешь, недавно ехала в автобусе рядом с компанией 13-летних подростков, чуть-чуть послушала их разговор и поняла, что я, прости, пожалуйста, за тавтологию, ничего не поняла. У меня к тебе вопрос. Я старею. Давай просто предположим, что ты убежденная защитница языка, и все новые слова не учишь принципиально. Ты знаешь, вот этот вариант мне нравится, он хороший. Привет, друзья, это шоу «Подъем» на телеканале TNT International. Фух, пронесло. Привет, друзья! Но даже убежденная защитница языка неплохо бы знать то, о чем говорят компания парней рядом с ней. Так что я предлагаю посмотреть нашу традиционную рубрику «Зашкварки». Здравствуйте, дорогие телезрители! Я очень рада встрече с вами. И сегодня вам уже знакомая рубрика «Зашкварки». Я сказала, кто я. Сказала. Угу. Итак, слово «тренинг». Оно обозначает... Ой, забыла, ёлки-палки. Метод активного обучения. Тренинг, ну, естественно, обучение, само слово, балда. Тренинг, он и есть тренинг. Тренинг – это обучение чему-либо, обучение и каких-либо... Батя, нормально? Вы не знаете английский язык. Вы записываетесь на тренинг и приступаете к обучению английского языка. Тебе нравятся тренинги? Ну, в области хореографии, да. А треники? Треники? Треники. Ну, на тренинг не пойдешь же в стрингах. Бачату сможешь научить? Да, бачату запросто. Научить внука танцевать бачату и пойти с ним на... Записывайтесь ко мне на тренинг «Бачата». Номер внизу. Слово «ливнуть». Оно обозначает, что это слинять, как говорят молодежи. Вот, допустим, я Артемке говорю: «Артемочка, давай-ка мы с тобой сливнем и пойдем на зыбу». А как этих людей называют, которые... Леваки. Вы советуете людям ливать? Ну, как хотят, пусть сами решают. Это их право выбора. Слово «ресерч». Оно обозначает что-то... Пойти исследовать что-то, ну, когда у меня мальчишки были маленькие. Они делали ресерч. Ресерч на мой день рождения, а я им покупала. Ресерч – это поиск. Поиск, они искали, да. Сейчас вы разрешите им ресерчить с вами? Разрешу. По пределах какой суммы разрешен ресерч? В пределах моей пенсии. Ресерч может быть в интернете? Конечно. А в детском саду? О, нет, наверное, там еще маленькие. Разве что позаимствуют, поресерчат горшки друг у друга. Было такое. Умница. Ресерч вот так, да, да, ресерч. Дорогие телезрители, смотрите нас на канале TNT International. Всем пока! Далее в программе тренер по этикету и бизнес-коммуникации Оксана Зарецкая. Можно ли отправлять голосовые сообщения? Лучше писать письмо или позвонить человеку? А вообще звонить можно или нет? Мы можем обучить даже обезьяну пользоваться определенными приборами, но это не сделает ее приятным собеседником. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале TNT International. Я рад представить гостя нашей студии. Это тренер по этикету и бизнес-коммуникации Оксана Зарецкая. Самая нужная вещь на необитаемом острове. Зонтик. Что пьют перед сном? Молочко. Человек какой профессии может стать всемирно известен? Абсолютно любой. Что возят на крыше автомобиля? Ёлки. Оксана Зарецкая, тренер по этикету и бизнес-коммуникации. Уверена, что этикет повсюду. Основала школу этикета и деловой культуры. Утверждает, что научить этому можно любого. Привет. 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 Оксана, ты специалист по этикету. Так. Скажи, пожалуйста, как выглядит этикет в современном мире? Ровно так же, как он выглядел 100, 200, 300 лет назад. Вопрос только в правилах, но их исполнять также обязательно. Правила поменялись? Безусловно, конечно. Этикет – это правило поведения в обществе. Общество у нас постоянно меняется, следовательно, меняются и правила. Более того, нет единых правил, которые существовали бы на протяжении всех веков, mm-hmm. и были верны даже в рамках одной эпохи. В принципе, это невозможно. Вы себя ведете в университете одним образом, в семье другим образом, на работе третьим образом, идете в кино четвертым образом, и для всех этих пространств есть свои правила. И это нормально. Оксан, какие самые, скажем так, значительные изменения произошли в правилах этикета?
Но если говорить про последнюю эпоху, mm-hmm. то самые большие трансформации произошли в связи с появлением гаджетов и развитием технологий. И второе направление — изменение положения женщины, и в том числе усиление прав детей. Это радует. Это радует, безусловно. Mm-hmm. А что с гаджетами? Ну, смотрите, сегодня мы можем общаться через электронную почту, через телефон, через мессенджеры. Раньше такой возможности не было, мы практически перестали писать письма. Соответственно, этикет, связанный с эпистолярным жанром, mm-hmm. он стал... Канул в лету. Да. Ну, да? Не то чтобы канул в лету, скорее он ушел несколько в тень. Ну, хотя... ты давно писала ручкой по бумаге? Вообще регулярно практикую. А да, я занимаюсь каллиграфией. Хорошо, с этим мы вроде бы как разобрались. А женщина — это эмансипация, да? Безусловно, да. И основные изменения сейчас здесь. Mm-hmm. Это здороваться за руку, например, с мужчиной. Как-то не странно звучит, но этот жест считался обычно чисто мужским. Сегодня в деловой среде его абсолютно свободно практикуют и дамы. Mm-hmm. Вот как интересно. Здравствуй. Здорово. А как дела обстоят с этикетом в Беларуси? Как у меня? Как вообще у меня дела с этикетом обстоят? Как, ну, реально, как у белорусов дела с этикетом? Какие ошибки чаще всего вот вы наблюдаете? Мы, как наследники советской эпохи, очень много потеряли в этой связи. Да, и сразу так ножки хочется составить, правда? Это знак того, что да, это виновата. Ну, нет, на самом деле вот под таким вот образом сидеть — это немножко вульгарно. Считается даме прилично все-таки вот так ножки складывать или так, да, вытягивать. То есть вот так нежелательно. Да, так это когда рэп-трек напишешь, да, свой, тогда будешь сидеть. Вот так, пожалуйста. Скрести ножки внизу аккуратненько. Да. Хорошо. Мы, как наследники советской эпохи, конечно, очень много утратили. И вообще соблюдение этикета, и вот эта манера обращения господин, госпожа, барышня даже, mm-hmm. оно все осталось в начале 20 века. Я, коли обращаюсь, мадемуазель. Why not? Ну, почему? Если не замужем, то можно мадемуазель. Оксана, да, какие еще моменты замечали? Что еще неправильно белорусы делают, да и не только? Назовите. Ну, я бы не сказала, что есть какие-то прям специфические провалы именно у белорусов. Это скорее связано, в принципе, с эпохой гаджетов. Настолько быстро все меняется, что мы формируем правила прямо сейчас. Ну, из разряда, можно ли отправлять голосовые сообщения? Какое время вы можете отправить в мессенджер сообщение, а в какое нет? Кому можно, кому нельзя? Лучше писать письмо или позвонить человеку? А вообще звонить можно или нет? Это тоже сейчас большая тема для обсуждения. Теперь звонок воспринимается как вторжение в личное пространство, и вы можете позвонить человеку. Желательно это делать сначала, спросив у него, когда тебе будет удобно. Это сейчас мировая практика, и белорусы в этом тренде абсолютно. Большой же пласт этикета занимает культура еды, да, там, да, сервировка, подход к этому делу. Скажи, пожалуйста, есть ли какие-то особые правила, если ты ешь один? Когда человек ест один, именно в этот момент больше всего проявляется такой момент, уважает он себя или нет. Если он себя не уважает, то он может поесть супчик из кастрюльки, угу, и поварёшки, будет норм, да. Но если человек себя уважает, он сделает сервировку даже тогда, когда он один. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. У нас в гостях тренер по этикету и бизнес-коммуникации Оксана Озарецкая. Оксана, ты наделала очень много шума, открыв свою школу. Да. Правильно? Как она полностью называется? Школа этикета и культуры Оксаны Озарецкой. Для чего ты это сделала? И востребована ли эта тема сейчас? Это очень забавная история. Uh-huh. Я жила достаточно долго за пределами Беларуси. Когда я сюда вернулась, стал вопрос, чем заниматься. Я не была в найме много-много-много лет. И, естественно, задаешь себе вопрос, что ты знаешь, умеешь лучше всего. И поскольку моя деятельность была тесно связана с дипломатией предыдущие годы, то совершенно логично, что я лучше всего знакома с протоколом и этикетом. И это был абсолютно нормальный шаг. Виток твоей, да, жизни, да? Да. Я не скажу, что это итог, но это виток, очередной виток, этап. Виток, да, безусловно, да, да. И почему культура? Потому что этикет без культуры невозможен. Мы можем обучить даже обезьяну пользоваться определенными приборами на столе, да, но это не сделает ее приятным собеседником. А этикет предполагает, что вы, в принципе, приятный человек, вы можете поддержать светскую беседу. И small talk, искусство маленьких бесед с малознакомыми людьми, это, наверное, тот навык, который сейчас особенно утратился. Обратите внимание, что делают молодые люди, когда сидят в
кафе. Они уткнулись в телефон, им проще написать реплику, отправить другому, чем, посмотрев ему в глаза, поддержать беседу хотя бы 3-5 минут. Вообще, смотреть в глаза другому человеку мало кто может. Это говорит об уровне уважения к себе, о самоуверенности какой-то, о цельности личности. Мы все бегаем глазками, отводим их куда-то в сторону, потому что это тяжело. А это говорит о нас, да, не самая приятная вещь. Оксана, говорят в целом-то, если ты культурный человек, ты никогда не сделаешь, скажем так, не отметишь ошибку другого человека в том, что он не знает какого-то правила. Да, культуры. Безусловно, правильно делать же, замечания да? — это моветон исключительно. Потому что есть такая история, я не помню, правда, с кем она связана, с каким-то очень известным человеком, который пригласил другого менее известного человека и предложил ему с ним пообедать или поужинать. Он взял 2 прибора, а тот человек не взял. Он стал, по-моему, либо есть руками, либо как-то что-то стал использовать. Он отложил свои приборы и поддержал его. Это правильно? Это правильно. Так поступила даже английская королева. Есть легенда о том, как Гагарин приехал в Букингемский дворец советской делегации, был у них прием, чаепитие. И, конечно, протокольщики Букингемского дворца стерли языки и сбились с ног, рассказывая советской делегации про правила именно королевского протокола. Там невероятно сложный церемониал, регламентировано абсолютно все. И, казалось бы, они предусмотрели абсолютно все детали. До последнего слова, до последнего вздоха. Однако во время чаепития Юрий взял лимончик и съел его из чая. Что, конечно, моветон, его надо доставать ложечкой, класть либо на отдельную тарелку, которая здесь рядом стоит, либо на край блюдечка. Но ни в коем случае не съедать. Он не предназначен для того, чтобы есть. Английская королева это увидела и сделала то же самое. Как здорово. Это элегантно, это красиво. В этом случае речь идет об уважении к гостю. Не ставить его в неловкое положение. Оксан, есть ли какой-то этикет для, ну, скажем так, поп-исполнителей, для музыкантов, для людей в сфере шоу-бизнеса, для звезд, в конце концов? Этикет есть для всех. Как минимум знать, перед кем ты выступаешь, в каком городе. Вы, наверное, слышали про Самара, эти анекдоты. Самара, люблю вас! Вы в Нижнем Тагиле. А Самару я все так же продолжаю любить. Нижний Тагил, привет. Из того же разряда. Потом надо понимать, что человек, который выбрал такую жизнь, да, публичную жизнь, он обрекает себя на то, чтобы быть всегда 100% готовым к любому своему поклоннику, к любым ситуациям, в которых он оказывается. Это касается не только внешнего вида, но еще способности отвечать. Даже если ты очень устал, не стоит хамить. В принципе, не стоит хамить. Но звездам это непозволительно в том числе. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International, и у нас в гостях тренер по этикету и бизнес-коммуникации Оксана Зарецкая. Оксана, мы всем своим гостям предлагаем немножечко поиграть. Угу. Предлагаем и тебе. Ты готова? Я думаю, выбора-то у меня нет. Выбора нет, естественно. А наш сегодняшний интерактив называется «Этикет мира». Оксана, рассказываю тебе наши правила. Сейчас Макс будет нам задавать вопросы про какие-то нюансы этикета в разных странах, в разных уголках мира. А мы должны с тобой ответить правильно на этот вопрос. Ну, возможно, по нашему мнению. В связи с тем, что ты специалист, я подозреваю, что сейчас буду проигрывать именно я. Ну, не знаю, я посмотрим. Могу подыгрывать. Нет, играем честно. Нет, никаких подыгрываний, играем честно. Да. Ответ пишем на листике. Да. После того, как я задам вопрос. Мы готовы. Угу. Готовы? Да. Давайте. В Таиланде вилка используется для того, чтобы с ее помощью... И ответ. О, боже. Я готова. Я вижу. Бредовые ответы у меня сегодня. Я думаю, что у вас... Делать прическу и держать волосы. Закалывать. Да, вы в стиле визажа ответили. Да. Да. Чтобы положить еду на ложку. В рот вилку не кладут. А перекладывают на ложку. А потом, да, потом можно волосы подержать. В общем-то, да. Оксана, мы все смотрели фильм «Русалочка». Да, почему мы не додумались, да? Мы как-то усложняем сейчас процесс. На следующий вопрос вы должны ответить правильно. Ну, давай попробуем. В Венгрии слова «капуста» или «маленькое насекомое» считаются... Чем считаются? Я знаю, во Франции, если человека называют капустой, что это значит. А в Венгрии...
Я не буду смотреть ответ, потому что я еще не написала. А я давлю. Что, капуста видишь? Или маленькое насекомое? Ну пусть это будет... Ну вуаля. Итак... Оскорбление. Ласковое слово, оскорбление. Ну, ласковое слово можно зачитать, слова эти считаются как комплименты. Вуаля, да, и во Франции то же самое. Да? Да, вы говорите своему любимому человеку, мол, петишу. Моя любимая капусточка маленькая. Хо-хо, продолжаем. В Саудовской Аравии в знак примирения трутся чем? Я могу предположить. Да. Олин, ответ носом. Ну, у меня Сам тоже носом. Да, совершенно верно, носами. Ой, как здорово. Продолжаем, давайте, следующий вопрос. В Танзании едят, сидя на полу. Главное правило не показывать. Что? Я могу предположить. Не да, тут вообще, по сути, все, что вы пишете, это предположение. Язык и пятки. Засчитаем пятки, потому что правильный ответ подошвы. Главное не показывать подошвы. Да. Сидя на полу. Давайте, последний вопрос сейчас будет. Соберитесь. Оля, сейчас на кону у нас 74 балла, можно выйти вперед. В Нигерии маленьким детям не жарят яичницу, так как считается, что если кормить их яйцами, они начнут... Что делать? Они начнут... Ну, значит... Ну, уже человек написал. Так, желтеть... И капризничать. От яиц начнут желтеть, да, считают в Нигерии? Типа, он был чернокожий? Да, желтокожим. Понял ход твоих мыслей. Правильный ответ – воровать. Они считают, что дети начнут воровать, если кормить их яйцами. Представляете? Оля проиграла и сегодня моет студию. Все, поздравляю Оксану с победой. А так бы Оксана мыла студию. Оксана, у меня еще такой вопрос. Есть ли какие-то правила в деловом этикете мужчины? Вот как вот одевается. Например, можно ли мужчинам подворачивать вот так вот рукавчики в рубашке? Что касается дресс-кода, то в последнее время он стал много-много мягче, чем, например, еще был лет 20-30 назад. То есть сейчас многие компании воспринимают абсолютно нормально и джинсы на рабочем месте, и клетчатые рубашки, и футболки, даже шлепанцы и шорты. Все зависит от уровня компании. Одно дело, если вы работаете в IT, другое дело, если вы работаете в финтехе. Да, я айтишник. Да? У нас нормальный уровень компании. Вот видите, все вот на стойке. Это что-то меня, вот посмотри, тоже есть вопрос. Для шоу «Подъем» в самый раз. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале TNT International. И сегодня у нас в гостях тренер по этикету Оксана Зарецкая. Оксан, есть ли какие-то правила, которые регламентируют вручение подарков? У нас как раз на носу 8 марта, 23 февраля. Что про это вот? Правил что можно и кому дарить? Масса, на самом деле, и очень многие совершают ошибки. Постараюсь коротко. Первое правило. Главная задача подарка – это быть принятым. Не понравится. Даже не понравится, а быть принятым. И поэтому, что бы вам ни подарили, вы должны принять это без лишних комментариев. Из разряда «О, у меня такая книга была», или «Я этот фильм смотрел», или «Так-так-так, кажется, мне не с чем это носить». Все это моветон. Вы просто принимаете, вы просто благодарите. Если он вам понравился, вы можете сказать, почему он вам понравился. Если он вам не понравился, ради бога, никак больше не комментируйте. Второе. Есть большая ошибка, когда люди начинают вот этот взаимный обмен подарками. Я тебе, а ты мне, я тебе, а ты мне. И из-за этого теряется сам смысл идеи подарков. Не надо воспринимать 8 марта как день мести за 23-е. Совершенно никак не должно быть это связано. Спасибо большое, спасибо тебе за ответы, было интересно. И сейчас сам наш любимый момент, точнее момент наших телезрителей самый любимый. Подарки. Мы знаем, что ты для наших телезрителей подготовила какой-то подарок. Расскажи, пожалуйста, нам про него. Не знаю, была ли у вас такая практика. Я бы хотела пригласить двух телезрителей или двух читателей, подписчиков в Инстаграме на симфонический концерт в филармонию, который состоится 30 марта с нашей звездой оперной дивой Маргаритой Левчук. Это будет совершенно чудесный концерт, где будут исполнять Моцарта и Чайковского. Уважаемые телезрители, как сходить на этот прекрасный концерт? Слушайте условия. Нужно подписаться на Инстаграм Оксаны, подписаться на Инстаграм нашего шоу и быть активными в течение недели. Среди 10 самых активных подписчиков мы разыграем эти 2 билета.
Оксана, спасибо большое тебе, что сегодня пришла к нам в гости. Было очень интересно с тобой побеседовать, узнать много новеньких интересных фишечек касаемо этикета. Вы смотрите шоу «Подъем» на телеканале TNT International. Я рад представить гостя нашей студии. Это композитор и аранжировщик Тео. Самый вкусный десерт. Чизкейк. Зачем человек выходит из дома в 5 утра? Чтобы разбудить всю страну в утреннем эфире. Самая редкая профессия. Трубочист. Что мужчины делают в гараже? Хотел не для камеры сказать. Занимается серьезным делом. Юрий Ващук, известный под псевдонимом Тео. Певец, композитор, аранжировщик, телеведущий. Представлял Беларусь в 2014 году на Евровидении. Песня, с которой он ездил на конкурс, стала песней года 2014. Признается, что самое сложное для него – рано вставать. Юр, привет. Привет, ребят. Привет. Юра, смотри, ты музыкант. Ты певец, композитор, телеведущий, вообще все. Маляр, да, плотник, да, слесарь. Да, продавец. Помимо этого, ты еще папа, ты еще муж. Мама, думал, скажешь. И еще сын. Подожди. Что первоначально? Вот что для тебя самое важное сейчас, на сегодняшний момент? Ну, конечно, на сегодняшний момент семья. И, наверное, я желал бы, чтобы... Так было всегда, потому что все-таки это правильно и справедливо, когда для человека самая важная семья, его близкие, и тем более наша семья стала шире с появлением доченьки. Я очень счастлив быть отцом. Я знал, что буду любить своего ребенка, но что так сильно и вот так полностью погружаясь головой, для меня это такая... Открытие, да? Добрая неожиданность, да. А если брать рабочую сферу, то что для тебя важнее? Быть композитором, певцом, телеведущим? Нет, конечно, как исполнитель, это, в принципе, это и есть моя главная работа, главная занятость. В какой-то степени это и хобби в то же время. Сейчас этот вопрос, а какое у вас хобби? Ну, у меня как такового хобби нет, потому что это великий кайф, на мой взгляд, когда и работа для тебя является, ну, каким-то там доходом, скажем так, и в то же время когда хобби может приносить, да, заработок. Да, это, да? Это очень круто. Юр, ты писал музыку для фильмов «Майор Ветров» в июне 41-го. Так. Расскажи про эти хотя бы. Ну, не только я писал, мы писали в творческом тандеме с Леонидом Шириным. Лень, привет. Хотя Леня спит, он просыпается обычно в 12:30. На Ютубе мы тоже выходим. Хорошо. Потом может тебя посмотреть. Первая работа вообще с кино, это 4-серийный фильм «Майор Ветров». Ну, это была очень интересная история. Впервые лично со мной произошедшая. Я помню, как мы прям в студии... ночами там и ночевали, и работали, и дневали, сделали все для того, чтобы угодить режиссеру, который говорил: ребята, мне нужен Голливуд, мне нужен Голливуд. И много езжай. Было поисков, много было не вошедшего. То есть музыки было написано просто километры. Вот, наверное, так будет правильно обозначить. Но повторюсь, что это был очень крутой опыт. И в тот момент, ну, я прям как-то загорелся, и я на секунду, наверное, подумал, что это будет, ну, одной из частей моей занятости, такой серьезной. Потом появился фильм в июне 41-го, ну, потом еще в некоторых картинах просто мои песни участвовали как саундтреки, то есть в какой-то мере с кино какая-то связь всегда была, кроме актерской. Хоть бы раз, хоть бы кто! Но так еще не вышло, не получилось, да. Юр, чтобы написать саундтрек к фильму, что надо знать о фильме, о режиссере, про вообще про сценарий? Да просто нужно чувствовать режиссера, потому что основные задания и векторы направления движений задает один человек, режиссер. И он управляет и музыкой, и кадром, и монтажом, и всеми вещами. Поэтому, безусловно, просто нужно понимать, что нужно режиссеру. Юр, сейчас неожиданный вопрос. Любишь ли ты песни группы «Абба»? Ну, я их не слушаю. Я абсолютно откровенно скажу. Я знаком с этими песнями и знаком с этой группой. Кстати, а знаете ли вы... Что я писал «Happy New Year». Нет, а значит, однажды, ну там, я не помню, может быть, года 3 так тому, когда проходило Евровидение в Швеции, они сделали очень крутой такой видеоколлаж,
грубо говоря, там за лет 30 сколько мировой музыки сделала Швеция. Вы бы, честно, вы бы удивились, понимая, что, ну там, по крайней мере, процентов 30, как минимум, вот тех хитов, которые вы знаете, там, и чуть ли не пойти наизусть, это все делают шведы. А мы думаем, да, это вот там за океаном американцы, а это вот эти. То есть, это все шведы. Ну, вот такая музыкальная страна. Не знаю, может быть, там снег особенный у них. Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале TNT International. И сегодня у нас в гостях композитор, аранжировщик Тео. Привет, ребят. Еще привет, раз, привет. Привет, давно не видел. Юр, ты же наш коллега, ты телеведущий, ведешь утренние передачи с супругой. Ну, уже не веду. Но вел. Да, но вел, да. А отражалось ли это как-то на работе или дома, это потом сказывалось как-то вот все? Ну. Это сказывалось в какой-то степени лишь, наверное, на неком физическом состоянии. Я очень люблю поспать. Поэтому для меня сложноваты были подъемы. То есть для того, чтобы, если вот говорить про наши эфиры, где вот мы работали утренние, то есть мы в 3 часа ночи просыпались, значит, пока там сборы, все такое. Просыпались в 3 часа ночи? Да, в 4 мы выезжаем, примерно в 4:30, там, без 25, мы уже на телевидении, грим, сценарий и прочие вещи, в 6 прямой эфир, в 9 закончили. Смотри, ты сказал о том, что это достаточно тяжело для тебя просыпаться рано. И я так понимаю, что это негативные стороны работы телеведущего для тебя, да? Ну, не очень приятненько, да? А что приятненько? Приятненько, ну, во-первых, то, чтобы мы работали вместе с супругой в кадре. А это мой будет следующий вопрос. Насколько комфортно работать с тебе, с близким человеком, и на сцене, и... Очень комфортно. Все нормально, мы, да? Мы понимаем друг друга с полувзгляда, не знаю, с полушепота или просто каблуком на мизинец, как часто делает Оля. Я тогда все сразу понимаю, что нужно помолчать или нужно наоборот что-то сказать. Ну, часто спрашивают, слушайте, ребята, а вы там не устаете друг от друга? Вы же 24/7 вместе. Ну, мы не 24/7 вместе. Вот, например, Оля сейчас вот еще спит, а я у вас в гостях. Или там у меня какие-то поездки, там концерты, выступления, там у Оли свои там какие-то съемки и прочие там студийные вопросы. Поэтому, безусловно, да, мы проводим вместе много времени, но не постоянно. Ты, насколько мы знаем, клипы все твои, они связаны с какой-то историей. Там, то ты на бегу снимаешь, то там что-то экстремальное, какая-то ситуация произошла. Какой клип ты свой считаешь? Вот, сам нет, таким? На бегу, по-моему, там ничего экстремального не было. Там другая, там смех вот в чем. Вообще клип появился только лишь потому, что мы прилетели в Нью-Йорк на очередной, так сказать, отпуск, отдых. Ну, не скрою, мы очень впечатлились Манхэттеном, там, Таймс-сквер, вся эта история. Ну, многие туда приезжают конкретно за хорошим видеорядом, либо фотосессией. Первое, о чем мы подумали, ну, надо что-то снять. Надо реально снять какой-то клип. А на что снять? А снимать было не на что. Но в почте у меня там лежало несколько демок. Ну, таких полурыб, то есть... Грубо говоря, припев был, куплета не было, или там был куплет, но который нужно было доработать. Песня, грубо говоря, в финальном варианте звучит там, по-моему, 3:20 или там 3 минуты. А этого трека было, по-моему, 1.5. То есть там куплет, припев, куплет. Но этого хватило, чтобы снять видеоряд. Причем там же купили экшн-камеру. Ну, на что-то нужно же было снимать видеоклип. Причем оператором выступала Оля. Материала снято еще на 4 клипа, но все лучшее вот вошло сюда. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале TNT International. И сегодня у нас в гостях композитор и аранжировщик Тео. Привет еще раз. Привет, привет. Привет. Давно не виделись. А что ты мне дали в руки? А это мы дали тебе карточки с песнями. Потому что всем нашим гостям мы предлагаем сыграть в некий интерактив. Ты тоже не исключение. И сейчас у нас интерактив под названием «Фит». Правила таковы. Сейчас тебе нужно будет исполнить фит с кем-то из знаменитых певцов. Там написаны слова певца и слова, которые ты должен петь. Все просто. Записываем новые хиты. А, прям поем в дуэте параллельно, да? Да. Угу. Да. Я на подтанцовке.
Так, а если я не знаком ни в материале? Это не важно. Это творчество. Не судите строго! Это творчество. Да. Ну что, поехали. Все. Давайте первый трек. Поехали. Две вечерние звезды, две дороги, две судьбы. Да. А другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Мы как бабушки на подъезде. Какая песня, такие пацаны. Посмотреть, как в океане начинается заря. Ты лучший. Газманов не очень. Меня снова тянет к дому, снова в порт меня зовет. Эй, ручки выше, олимпийский! Я моряк. Я рыбак, я на море, ты морячка, ты рыбачка, ты на суше, мы не встретимся никак. Вы умеете подставить. А сальто? О, нет, здесь студия не позволяет. Я вообще сальтист еще тот, да. Я сальтисон. Сальтисон и сальтист. Да, у нас встретились. Давайте послушаем следующий трек. Давайте. Это Icon и Teo. Умеете подставить. Put your hands up. Ты делаешь, что человек говорит. О чем он говорит? Так не перебивай Эйкона. Это подстава! Я как будто на турецком рынке побывал сейчас. Шерберек, ванделес, my friend, ten dollars. How much, тети? Что у тети? How much? Тети доллес, тети доллес. Тео, передохни немножечко. Все, передохнул, молодец. Поехали дальше. Подожди, так, одну секунду. Оля Бузова, песня «Лайкер». Ты поставил мне лайки, а ты не поставил мне лайки. А ты не поставил. Ну мне. И что тут такого, а? Короче, давайте послушаем. Ну давайте. Ой, не делай, что не знаешь. Погнали, ребят! Веселенько. Оля Бузова? Да. Смотри, я как из 90-х. Отголоски «Ласкового мая», да. Чувствуешь? Ну есть такое, что да, из 90-х. Что тут такого, а? Зато мне ставят под фотками лайки. Тебя не ревную. Не надо. Просто предупреждаю. Чего кричишь на меня, Оля? Мы ведь друг друга не знаем. Ты испугался. От меня отписался. Мы с тобой не знакомы. Ты что, глухая? Алло, Оля. Твои фотки, даже без обработки. Не выдумывай, Оля. Ведь не Басков, я Коля. Коля! Спасибо, друзья мои. Такой подставы я не ждал в столь ранний час. Слушай, ну круто. Ну все для вас. Круто, я кайфанула, я потанцевала. Ну, Оля очень кайфанула. Да, ну это просто моя тема. Надо взять на заметку, хорошая история, кстати. От Газманова? На солнечках использовать, да. А сейчас прозвучит дуэтная песня с Олегом Газмановым. Да. И погнал. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Сегодня у нас в гостях композитор и аранжировщик Тео. Доброе утро, доброе утро, доброе, доброе утро. Утро. Доброе утро, доброе утро. Юр, песня, с которой ты ездил на Евровидение, «Чизкейк», она же стала песней года в 2014 году.
Да, и причем песня англоязычная, я, честно говоря, не ожидал, что она может стать песней года, потому что, в принципе, по-моему, был только один прецедент, когда-то Кориана с англоязычной песней выиграла и стала песней года. Но честно скажу, это было приятно, потому что... Ну, еще бы. Я к тому, что какую бы ты еще награду хотел себе вот в зал славы, Тео? Там Грэмми. Я не знаю, там... Ну, нет, ну, Грэмми, конечно, это круто, но работая в Минске, вряд ли можно получить Грэмми. Нужно все-таки тогда брать немножко... Есть другой... прецеденты. Нет, заходили к нам, ребят. Ну, другую географию нужно брать. То есть немножко другая история. Но я могу сказать, что я, в принципе, не... Не гоняешься? Как говорят в Беларуси, на Полесье не аматор узнагород. Ну, для меня это... Не знаю, меня это не стимулирует особо, но это приятно. Я бы сказал, что да мне все равно, я бы слукавил. Конечно, это приятно. Но делать что-то во имя награды, ну, наверное, это все-таки это не мое. Юра, мы всем нашим гостям предлагаем немножечко поиграть, но уже в формате блиц. Мы уже играли, спасибо. Нет, тут будет попроще. Да, полегче чуть-чуть. В формате блиц, это значит, мы с Максом тебе задаем вопросы, а тебе нужно будет в течение 10 секунд дать ответ. Ну, не больше, чем 10 секунд, а то, может, начнешь разворачивать, и уже вечер настанет. Просто кратенько. Давайте, погнали. Человек, с которым бы ты хотел лично пообщаться, ранее живущий, либо который сегодня живет. Вот тет-а-тет, сесть и поговорить. Ну, во-первых, это не один человек, но, ну, например, пусть это будет актер Юрский. Что ты не сможешь простить? Ложь, вранье, предательство. В какую страну ты непременно вернешься? Беларусь. Беларусь? Непременно вернусь. Уеду и опять вернусь. Безвыходная ситуация. Человек, чье мнение для тебя авторитет? Отец. Твой самый эпатажный поступок? Ну, там, чизкейк, прыжки не берем. Вот это все. Да я вообще не эпатажная личность. Я думаю, вот у меня просто нет таких поступков. Так, может, надо начинать? Ну, давайте в следующем эфире. Давайте начинать. И давайте стол перевернуть. Ногой причем, да? Да. Самый лучший день для тебя? Самый лучший день рождения моей дочки. Тео, спасибо тебе большое, что ответил на наши своеобразные вопросики. Знаешь, иногда очень важно, почти не задумываясь, ответить на какие-то легкие, простые, но в то же время важные. Значит, психологу за кадром с карандашиком легко выяснить некоторые... Сейчас скоро твой психологический портрет. То есть меня ждут в другом кабинете. Да, он там сидит. Ребят, спасибо вам за этот эфир, очень классно, здорово. Подожди. Мы знаем... Я хотел соскочить с подарка, да? Тео, мы знаем, что у тебя для наших телезрителей подготовлен какой-то подарок. Расскажи нам, пожалуйста, про него. Я не знаю, может, к вам гости приходят, ну, тут в автомобиле дарят, там, трешку на Лобанка. Я же не знаю. Да, я трешку взяла. Да. Вот Оксана Зарецкая до тебя была, прикатила. Я пришел со скромной вот такой коробочкой, где написано «Джентльман». «Джентльман»? Да. Вопрос. Что это? Что это? Материал ты имеешь в виду? Картон? Что внутри? А, что внутри? Что внутри? Ну, не буду томить. Что-то для джентльмана. Это запонки. Я отгадала. Это запонки. Так, уважаемые телезрители, как получить этот подарок? Нужно подписаться на инстаграм Тео, подписаться на инстаграм нашего шоу и быть активными в течение недели. Среди 10 самых активных мы разыграем его. Ну, а пока мы прощаемся с Тео. Тео, спасибо большое тебе, пока. Что пришел Ребят, сегодня к нам. Ребят, спасибо вам. Эфир. Спасибо вам, что пригласили. Ну, почаще как-то приглашайте. Обязательно. Ну, и же с Олей пригласим еще разочек. Так хорошо провести утро в такой замечательной компании. Всем хорошего дня, всех благ. Ну, а вам спасибо удачи. Большое. Знаешь, если раньше возраст определяли по морщинкам, по тому, как человек одевается, то сейчас его определяют по времени освоения модных гаджетов. Вот взять, например, бабушек, которые не могут разобраться в телефоне. Ну и на сколько лет я выгляжу? Ну, ты очень даже классно выглядишь. Спасибо за комплимент. Между прочим, на мне одежда от наших друзей и крутого бренда Noha. Вот их ссылочка. Переходите и выбирайте себе какую-то классную шмоточку. Это только Олины друзья, поэтому... Но не уходя от темы, Макс, ты хочешь сказать, что не надо тратить всю зарплату на косметологические процедуры, а надо просто следить за технологическими новинками, что ли так? Ну, не так категорично, но пятерочку лет легко сбросить таким образом. Слушай, а ты умеешь заинтриговать? Все самое передовое в нашей рубрике Do IT. Просто смотрим. Привет, друзья! С вами Макс Илонов и рубрика Do IT. Сегодня вас ждет обзор очень интересных и удобных девайсов.
я расскажу о портативном блендере, который позволит сделать смузи в дороге, налобном фонарике, управляемом жестами, и о брелоке-алкотестере, который развеет ваши сомнения. Ну что, погнали! Итак, первый в нашем списке – портативный блендер Xiaomi Dirma Juicer. Если вы любите смузи и не готовы отказаться от него даже в поездках, вы оцените этот беспроводной блендер. Чаша объемом в 400 мл присоединяется к блоку, в котором есть аккумулятор. Его заряда хватит на приготовление 6 кружек коктейля. Потом, правда, батарею нужно будет зарядить. Чаша же легко снимается и превращается в кружку. Весит весь прибор 600 грамм, так что он поместится почти в любую сумочку. Если вы часто гуляете по слабо освещенным местам, или любите активный отдых, вам пригодится фонарик, управляемый жестами Xiaomi BeBest FH200. Для того, чтобы включить или выключить фонарик, нужно провести перед ним рукой, как будто вы отмахиваетесь от комаров. Правда, если будете на самом деле отмахиваться от насекомых, вам будет обеспечена светомузыка от этого девайса. Прикрепить фонарик можно на одежду, головной убор, рюкзак или на лоб. По словам производителя, заряда хватит на 30 часов работы, потом аккумулятор можно зарядить. Да ладно! Ну и напоследок, если вы не очень уверены, можно ли вам садиться за руль после вчерашней вечеринки... Еще раз смотрите, что делает. Девчонка за рулем. Можно воспользоваться портативным брелоком-алкотестером GreenOne 68S. В него нужно просто хорошенько дунуть, и он развеет ваши сомнения. Кстати, это удобно, когда возникают разногласия на дороге с сотрудниками ДПС. Вполне можно сэкономить время, имея под рукой такой приборчик. Неизвестно, действительно ли он часто пригождается пользователям, но это довольно популярный девайс. С вами был Макс Илонов и рубрика DoIT. Выбирайте полезные девайсы, которые облегчают жизнь. Ну, например, умные весы или фитнес-браслет, если вы понимаете, о чем я. Всем пока! Друзья, на сегодня все. Мы прощаемся с вами. Но это всего лишь значит, что завтра мы снова увидимся на телеканале TNT International. Пока-пока. Будьте с нами, и каждое утро мы настроим вас на позитив. До свидания! Пока-пока!